Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре классическая гитара от компании Martinez модели MC48C. Верхняя дека этого инструмента сделана из массива кедра. Нижняя дека — обечайка сапеле, гриф — красное дерево с двухсторонним анкером, накладка на гриф и бридж — амарант. Благодаря верхней деке из массива кедра звук гитары очень громкий, ровный и насыщенный. Гитара звучит настолько сбалансированно, что если вы будете ее записывать, вам особо не придется вносить изменения на эквалайзере. В последнее время компания Martinez радует нас своими новыми гитарами, хорошей сборкой, низкими ценами и тщательным отношением к мелочам. Например, на колковом механизме имеется инкрустация с фирменным логотипом в виде симпатичной буквы «М». Ну а что думаете вы по поводу звучания этого инструмента? Оставляйте ваши комментарии под этим видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А на этом все. Пока! Пишем или ты? Серьезно, и пишем уже, конечно. Все, это да. Патетика. Да. Патетика. Пошли. Идем? Да. А, зачем? Еще раз.